Итак, лауреаты в номинации исполнители песен от 18 до 24 лет. Итак, лауреат третьей степени становится Валерия Смирнова, город Ноябрьск. Ура! Поздравляем Валерию. Лауреатом второй степени становится Александр Кислов, город Лабытнанги. Ну и... Поздравление. Да, и самое-самое-самое лауреатом первой степени становится Наталья Замойская, город Ноябрьск. У-ху! Ура! Поздравляю. Очень приятно, конечно. Конечно, да, очень приятно, что из Ноябрьска очень много, да, участников, которые становятся не только дипломантами, но и лауреатами. Ну а сейчас мы предлагаем насладиться прекрасным исполнением от лауреата второй степени в номинации исполнителей песен от 18 до 24 лет. Пронизывающая песня в невероятном исполнении Александра Кислова на стихи Игоря Фадеева «Меня убили под Берлином». Под Берлином последней пулею войны. Не жди домой, родная, сына, не жди, в том нет твоей вины. Не жди домой, родная, сына, не жди домой, родная, сына, не жди домой, родная, сына, не жди, в том нет твоей вины. И не беги за эшелоном, не рви платок седых волос. Я в этом городе зеленом под небо девочку вознес. Я в этом городе зеленом, я в этом городе зеленом, я в этом городе зеленом под небо девочку вознес. Последний бой был жаркий, спроси у вечного огня. Я похоронен в Трептов парке, не жди, родимая, меня. Я похоронен в Трептов парке, я похоронен в Трептов парке, я похоронен в Трептов парке, не жди, родимая, меня. Выпало гранитным стоять минуту тишины. Ты верь, я не был здесь убитым, я просто не пришел с войны. Ты верь, я не был здесь убитым, ты верь, я не был здесь убитым, ты верь, я не был здесь убитым, я просто не пришел с войны. Ты верь, я не был здесь убитым, ты верь, я не был здесь убитым, ты верь, я не был здесь убитым, я просто не пришел с войны.
Я просто не пришел с войны.